Кстати, Минрегион развития утвердил стоимость квадратного метра квартир, которые приобретаются с помощью различных жилищных программ. Сумма хоть и незначительна, но увеличилась с 43 550 рублей до 43 811. А это значит, что, к примеру, молодые семьи, которые в ноябрьске как раз в мае получают жилищные сертификаты, будут иметь несколько большую сумму на покупку квартиры.